понедельника. Кто-то ведет безбедную жизнь и ни в чем себе не отказывает. Сколько раз тебе говорить? Твоя жена предпочитает изысканную кухню. Послушай, Инга, я же тебе купил ресторан. Питайся там. А у кого-то невзгоды, и дела идут совсем плохо. Меня ректор вызывал. Вы когда должны были заплатить? У меня сейчас трудно с деньгами. Правила для всех пишутся. Погоня за благополучием может закончиться неожиданно. Вы не помните, как вас зовут? Ничего не помню. Ну как ты? Амнезия у меня, понимаешь? Амнезия! Простая ошибка может заставить посмотреть на мир совершенно по-иному. Нечего тянуть с нас деньги. Точнее, с этого, который мужем им прикидывается. Вы знаете, она как-то изменилась. Считайте, что вы женаты на незнакомке. Инга Юрьевна не тот человек, за которого себя выдает. Будем знакомы. Даже не знаю, что нам с тобой делать, подруга. Елена Захарова в многосерийном фильме «Принцесса и нищенка». С понедельника на ТВ Рус.